Souls у нас новая серия карты Балдейкина на версии 2.7. Мы будем сегодня готовить наши поля, те, что мы убрали, на них убрать солому, пахать их, культивировать, и будем запускать наши производства, ребята. Я думаю, у нас будет нормально навоза, нормально мы завезем ячменя и пшеницы, ну короче, ребята, чтобы... Что ж, ребята, привет, ребята, я уже здесь, у нас утро, начало 6-го, у нас Володька и Дашка уже работают, ребята, они возят солому на теплице, на навоз, Дашка у нас на Юмзуку, а Володька на МТЗ, ребята, а мы сейчас едем, так, ребята, до КамАЗа, грузимся КамАЗом, сначала пшеницу, потом ячмень везем сначала на пивзавод, ребята. Будем наше производство запускать сначала, покуда наши работники работают. А мы, ребята, будем запускать наш пивзаводик. Так, машинка моя, конечно, уже такая грязная. Ну, как разбогатеем, купим керхер, чтобы мыть машину, ребята. О, у нас уже МТЗ уже, ребята. Сейчас подождем. Должен ехать. Окружен у нас вроде бы МТЗ, ребята, уже соломой. Сейчас подождем, как там наш Володька будет ехать сейчас, ребята. А ну-ка выйдем, посмотрим, где у нас там Владимир. Дашка еще не доехала. А вот, ребята, Володька уже летит. Ага, вон он едет, Володя. На, уже полный солома, ребята. Я сделал так, что теперь они будут без проблем, ребята, соломку заливать, высыпать будут. Так. Ну все, он выезжает, Володька. А нет, это Дашка, извините, ребята, Дашка. Володька на Юмазику, перепутал я, ребята. Поехали мы, ребята. Так. Это Дашка у нас, я, извините, перепутал, ребята. Сейчас мы обгоним его. О, и Володька начал грузиться. Так. Так, ребята. Там где-то и Володька наш тариться начал. Сейчас мы проверим его. Так. Посмотрим, ребята. Он поехала, Дашка, грузиться. Выгружать, вернее. Конечно же. Вовчик. Ну, вроде грузится. Где ж он там? Вот сколько уже убрал. Вовчик наш. Он, ребята, начал где-то с 3 часов утра. Уже работал. Сейчас посмотрим, где он там у нас. Володька катается. Потом эти поля будем, ребята, все пахать. У нас, конечно, тракторов немного, придется долго пахать, но ничего, справимся мы. Это поле еще такое кривое, а вон он, в наш Вован ездит. Вон, ребята, вон он. А убирает хорошо, чисто убирает. Да, Вовчик на Юмазику попер, красава. Ладно, ребята, базарить не надо. Нужно, то, что я говорил, нужно работать начинать, ребята, уже 5:30. Все работают, а мы, короче говоря, гуляем. Непорядок. Так, все, тут им есть что возить. Я думаю, мы набьем хорошо. Навоза будет у нас хватать. Теплицы запустим, деньги подымем. Нам нужно еще взять трошки техники, ребята. И я думаю, как насчет коровок. Подумать насчет коровок, и, наверное, взять надо будет коровок, ребята. Так, она так, машин, опа, так все, где наш там стоит КамАЗ, а он уже стоит здесь, ребята. Так, что ж, вот он, наш КамАЗ. Так, ребята, заведем мы его, начиняем пшеницу тарить, ребята. Так, сейчас пшеницу полную
Мы КамАЗ тарабаним. Начинаем. Так, ребята. Все, как говорил, ребята, едем на пивзавод. Сейчас мы вывернем тут хорошенько. Так. Опа. Присел хорошо, КамАЗ сел. Вооруженный добрый. Так, опа. Юмадик уже полный. Дашка уже выгрузилась. Наверное, уже ребята едет, наверное. Так, вот сейчас мы на пивзаводик поедем. Ух, грунтовочка, как следы грубые. Как КамАЗ пригруженный. Во все, проехал он. Что-то где-то он попытался за здание с этим. Не разминулись, наверное, ребята. Наверное, с Вовчиком дорогу не поделили. А ну-ка постоим, подождем. Я хочу подивиться. Где тут наша Дашка? Растеряшка. А вот она летит, ребята. Ага. Летит. Дашка, привет. Поперла работница. Все, ребята, все хорошо. Ну что, ребята, поехал на пивзавод. Ребята, погнал я. Так. Вы уже помните пивзавод? Там, ребята, и увидимся на пивзаводе. Пошли возле пивзаводика. Сейчас будем пшеничку нашу выгружать. Так. Так, ребята. Так. А, я понял, ребят. Сначала, блядь, прицеп выгружаем. Потом грузовик. Тут пока так, как-то, блин, по-дурному, ребята. Так. Так. Все, сейчас мы 22 тонны сюда приперли, ребята. Так, есть, попёр я, ребята. Теперь за ячменем. Попёрли, ребята, за ячменем. Так, так само приведем ячменя сюда. Целый КамАЗ припрём, ребята. Дашка уже работает, а Вовчик выгрузился только. Ребята. Так. У нас уже почти 6 часов утра. Так. Конечно, тут узковатая дорога, но ничего, проедемся мы, ребят. Все, затаримся. Насыщенный день, блин, будет, наверное, ребята. Ой, и Мазик пошел работать, ребята. Ух ты, блин. Так. Так. Ладно, чтобы они, блин, не встречались. Вроде бы у них, ребята, разные дороги на завод ехать. Так. Так. Так, ребята, пшеничка. Ячменя у нас 83 тонны. Начинаем. Ячмень. Ребята. Начинаем. Так. Давай. Тихо.
миллиметрон. Да, длинномером тут хреново разворачивается. Комбайн нужно отогнать чуть-чуть. Так, ребята, едем обратно. Ну что, ребята, поехал, я отвезу опять, а потом, ребята, увидимся, когда я буду везти уже, ребята, на лапшезавод. На завод по производству лапши везем ячмень, ребята, сначала, потом пшеницу. Так, я уже на пивзавод отвез. 22 тонны того и 22 тонны того, ребята. Там есть. Так, а теперь мы... Потом наша Дашка вроде выгрузилась. И Вовчик выгрузился, ребята. Так. Так, ну сейчас мы будем спускаться. Так. Так, ребята. Так, ух ты, блин, не вписался. Так. Так, как всегда, сначала нужно прицепчик высыпать. Ребята. А потом уже КамАЗ может так как-то оно высыпается по-дебильному почему-то. А что он не хочет? Так, так. Не хочет. А что он не хочет высыпать? Вот, блин, а что он не хочет высыпать? Не понял. Не понял я юмора. Не понял, что он не хочет. Не хочет. Не хочет. Ладно. Сейчас мы, ребята, зайдем с другой стороны. Чего он не хочет? Так. Что это за такое за развод? Не понял. Или уже не нужен ячмень уже? Что-то я не пойму, чего он не хочет ячмень принимать. Так, вода, ячмень 17%. И чё же он не хочет? Так, давайте, сейчас мы вот так он высыпется. Так. Не хочет? А почему? Что-то какой-то, блядь,
Странный завод. Так. Ю. Не хочет. Не хочет это КамАЗ, ребята, высыпать, и хоть вы его убейте. Почему он не хочет? О, наконец-то, бля. Такие КамАЗ, сука. Наконец-то, ребята, я высыпал тут, блядь. Ебаный. Ячмень, блин. Как тут были проблемы, ребята, с этим выгрузочным этим, блин. Тигер какая-то, блин, бочина, ребята. Так, поехали, ребята. Ну что, поехали за пшеничкой. Сюда пшеничку отвезем. А потом, ребята, уже будем, когда ехать на рыбхоз, везти бдычми, тогда, ребята, уже увидимся. Наши работнички работают, Юнзе уже высыпает. Везем ячмень в рыбхоз, я уже запустил. Завод по производству лапши, ребята, эпизод у нас работает вроде. Я еще нанял еще работника у нас, Жанна, ребята. Она пахает то наше маленькое поле на Т-150. Ну, как говорил вам, я там хочу посеять корнеплоды, только не знаю что, или картошку, или бурячок, посмотрим, чтоб, ребята, для наших поросят начинать делать, хочу делать им, чтоб не куплять, а сделать смесь для начала. Мол, я вижу, нашим нужно поросятам будет корм отвезти, хотя бы чуть-чуть бы у них там мало осталось уже наших поросят, ребята, сейчас мы отвезем им. Сейчас я на рыбхоз, а потом, ребята, наверное, я поеду проверю наш, как там у нас навозик, вот видите, работает, о, уже полный. Да тут еще соломы немерено, ребята, соломы немерено, навоза будет тоже немерено, им еще работать и работать этим работничкам, ребята, это радует. Мы сейчас будем, съездим, после этого, ребята, я съезжу, получу сколько навоза и запустим теплицу, если навоз уже есть, то чуть-чуть запустим какую-нибудь тепличку, нам нужно чуть деньжать себе подзаработать. А потом уже проверим наше производство. Может что-то и будет. Нам нужно, ребята, чуть-чуть техники приобрести, так как и корм, и техники. Так как нам нужно пахать два поля, массивы большие, а Т-150 и МТЗ с маленьким вагоном будет долго пахать будут, ребята. Так, соя у нас есть, а вот ячменя нету, ячмень тут больше уходит, чем соя. Так. Сейчас мы высыпаем. Так, вода есть, тут все есть. Так. Высыпаем, ребята. Ну что ж, ребята, я погнал, сейчас отгоню КамАЗ, пересяду, ребята, на МТЗ и съездим, ребята, посмотрим на теплички. Так, ребята, ну что ж, поехал я отгонять КамАЗик и уже, ребята, пересядем на теплички, и там уже, ребята, по ходу и увидимся. Уже будем ехать на теплички. Это вот я еду. Так, еду я. Так, что этот ЮМАЗик где-то забуксовал, ребята. Где-то там ЮМАЗик забуксовал. А где он там забуксовал? Прерывать маршрут. О, блин, он набокопорил, ребята. Набокопорил. Так. Еду я на тепличке. Там трошки ЮМАЗик набокопорил, блин. Они столкнулись. Вовчик с Дашкой, блин. Там набокопорили, но я вроде бы поправил. Все пучком. Теперь все, ребята. Сейчас мы едем навозик смотреть наш. Так, там один навозик, ребята, есть. На нашей тепличке сейчас будем раскидывать навоз.
Так. Так. Жанка работает. Так, ребята. Так. Сейчас мы раскидаем. И потом съездим на пивзавод. Может, там пивко есть. У нас, ребята, деньги капают, капают. 4000 у нас. Почти 5. Мало денег. Вот, да, поле красивое с картошечкой. Ничего, скоро мы будем сажать. Посадим что-нибудь хоть на маленьком поле посадим. Корнеплоды, ребята. Так. Вот так. Так. Что там не грузится? А, все. Грузится пошло. Навозик, ребята. Начнем мы с дальней, ребята, теплички. Повезем мы. У нас воды тут хватает. Сейчас мы, ребята, сюда выгрузим, где помидорки наши. Сначала сюда. Она у нас мало работала. О, сразу начинаются помидорки, ребята, появляться. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, ребята, едем дальше. Тарится. О, ЮМЗ уже соляра падает. Ёп, твою мать. Вот ты, блин. Блин, забыл я его заправить, ребята. Уже. Малый уровень солярки, блин. Вот ты, блин. Юмазик, юмазик. О, 8 тонн. Тоже, ребята. Сейчас мы к лимончикам подъедем. Надо будет сейчас, ребята, юмазик отогнать. Так, высыпаем навозик. О, лимончики заработали. Так, теперь потом что там у нас еще есть. Сюда надо еще, ребята. О! Откуда там арбуз взялся? Ха-ха. Не было же арбуза. Навоз я там же не кидал. Ну. Так, ладно. Так. Хай тарится. Мало. Ну ладно, хоть сколько есть. Сейчас отвезем. Там, где арбузы, ребята. Потом подождем навоз. Так, ребята. Так, вот наш ЮМАЗ. ЮМАЗ, ЮМАЗ, ЮМАЗ. Так. ЮМАЗик, ЮМАЗик. Так, сейчас мы, ребята, завел маршрут, отцепим, поехали, ребята. Сейчас мы его заправим, блин. В натуре 23 литра соляры, блин. Ё-моё, блин, надо заправить его, ребята. Поехали заправить на наш ЮМАЗ. Я отпустил, не знаю, кто теперь сядет, кто на наш трактор вместо Вована, ребята. Вовчик сказал, домой надо. Ушел, трактор, солярка села, блин, говорит. Наверное, блин. Сейчас мы, ребят, заправим его. Там вроде и на МТЗ тоже. Не, на заводе, ребята, заправлены, да-да-да. МТЗ у нас заправлено. Вот и мазик я прошляпил, не заправил я. Ребята, ну ладно, сейчас заправлю, ребята. Потом уже увидимся, когда я буду, ребята. Поеду на пивзавод. Все, я еду. Сейчас, ребята, едем на пивзаводик. Посмотрим, что там у нас с пивасиком. Так, ребята.
на нашем ЗИЛу продуктовом, блин, магнит. Посмотрим, что там у нас, что-то есть с пивасиком, чи нет. Сейчас пивасик проверим, потом, ребята, лапшу проверим и теплички проверим. Что там, что-то уже есть на тепличках, вот чуть-чуть. Нам чуть-чуть надо подать, хоть трошки денег разработать. У нас тут минуса не было, у нас уже 3000 с чем-то. Ребята, повторяю, наши работают, скоро закончит наш Т-150, по идее, ребята. Вроде бы наша жанр закончит, потом мы поставим дисковать в это поле, ребята. Вот и закончил наша жанра, ребята. Молодец она, закончила. Красавица. Так, ребята, ладно. Сейчас мы будем смотреть, что у нас там с пивасиком, ребята. Пивасик есть. Пивасик есть. Ребята, пивасик есть. Сейчас мы пивасиком затаримся, ребята. Все, ребята. Пивасик мы трохи затарились. Можно въехать, ребята. Сейчас посмотрим, что у нас там. 3,5 поддончика, ребята. Все, поехали, ребята. Я в магнит сейчас загоним этот пивасик. Потом на лапшичку заедем, блин, ребята. Так, посмотрим, что мы заработаем. Если удастся, то, может быть, ребята, и возьмем какой-нибудь трактор с плугом. Посмотрим, ребята. Но нам еще один не помешает. Я хочу, ребята, кировец взять. Посмотрим, что заработаем мы на кировец. Так, ну что ж. Погнал я в магнит, ребята. Уже возле магнита. Увидимся. И вот доезжаем. Уже, ребята, это супермаркет магнит. Тут, как всегда, движение людей. Все идут. Думают, свежий товар привоз. Да, ребята, свежачок, пивасик. Налетайте на пивасик. Так, ребята. Все, пошел пивасик, ребята, на улет. Так, пивасик пошел продаваться, ребята. Сейчас посмотрим, все оно будет продаваться. Очень деньги пошли капать. Все, я правильно поставил. О, видите, мужик бежит, бежит за пивом. О, блин, любитель пивка, бежит, успеешь, на всех пиваса хватит. Так, ребята. Ну, побежал. Тарится, блин. Надо похмелье у него, ребята. Все нормально. Вот и девушка пошла. Все, пучком. Ну что, ребята, поехал я. Сейчас зайдем, ребята, на заводик по производству лапши. Сейчас мы посмотрим, что там у нас есть. Если есть лапшичка, то мы сейчас ее тоже сюда, ребята, отвезем. Вроде бы сюда. Сейчас посмотрим, затрудимся, потом будем смотреть, куда везти, через прочий магазин. И потом, ребята, на типичке заедем. Видите, мы, ребята, за, на классике 47 тысяч. Хорошо, хороший приход. 43 штуки, ребята, за, поимели. За неполный ЗИЛ, ребята. Мне это нравится. Так, производство тут можно хорошенько, ребята, раскрутиться. Купить все поля можно. Так. Так, сейчас мы, ребята, посмотрим, что у нас тут с лапшичкой. Ну, есть крапа и лапшички. Ничего, лапшичку тоже сейчас загоним. Так, ребята, лапшичка у нас есть. Так, один я прошляпил. Так, все, ребята, поехали. Сейчас посмотрим, куда везти ее лучше, ребята, лапшичку. Так, лапшичка, где за нее хорошо дают. Только видите, ребята, клубники нема, теплица должна быть, но ее нету. Почему-то, может, она продается, не знаю. Так, лапшичка, лапшичка, тоже магнит надо, ребята, везти назад. Магнит надо везти, ребята. Ну, поехали, отвезем магнит.
тоже туда же, ребята, сейчас отопрем нашу лапшичку. Так. Сейчас, дай бог, хорошо поднять, блин, заработать, чтобы купить нам еще, ребята, один или два трактора, ребята. Еще бы пару пругов и пару культиваторов. И севалка нам, ребята, нужна для посева или картошки, или такой кукуруза, свекла. Посмотрим, ребята. Не мешало бы взять парочку. Хотя бы одну возьмем, наверное. Наверное, посмотрим. Я как говорил, одно поле нужно засеять подсолнухом большое, а другое сои, ребята, засеем. Наверное. Так, ну что ж, приехала, походу, лапшичка. О, девчонка идет за лапшичкой. Так. Все, ребята. Так, лапшичка пошла. Вон еще одна девчонка идет, мазень. Все идут тариться, ребята. Правильно, налетали на товар. Пошлите, ребята, поехали. Хорошо. Так, теперь, ребята, я погнал на теплице, ребята. Там и увидимся на теплицах. Мы приезжаем. Тепличка, вот трактора уже. Один разгрузился, другой привез соломку. Так, а у нас тут что-то есть? Что у нас тут, ребята? Ну, чуть-чуть есть. Ладно, сейчас мы это, ребята, заберем, отвезем мы это, ребята. Сейчас мы этот магазин отвезем, чтобы далеко не везти, ребята, магазинчик. Так, ребята. И этот тоже загрузимся. Так, ну, видите, можно, ребята, разные поддончики грузить. И арбузик сейчас заберем. Так, ребята. Так, и посмотрим, чем сможем мы, ребята, все. И потом проверим еще наши, ребята, что-то у нас с навозиком, добавить и не добавить. Так, ребята, поехали в магазин, сейчас оттаримся, мы машину оставим, ребята, и я загляну в магазин, может быть, приобрету хотя бы одну единицу техники, хотя бы с плугом, чтобы начать, ребята, обрабатывать третье поле сначала. Так. Так, поехали, ребята. Вон. У нас за рулем, не помню, уже за место Вовчика девчонка, ребята. Помните, Вовчик у нас ушел. Так. Давай, давай, давай. Так. Так, в магазинчик заезжаем. Открываем. Так, ребята. Так. Так, заем назад. Все, ребята. Так. Магазин машины я оставляю здесь. Так, лимоны наши улетают. Арбузики остались, ребята. Хорошие арбузики. Ого. Как оно. Хороший каун. Чеки, ребята. Так, ну все. 16 тысяч мы заработали на овощах. У нас, ребята, почти 90 тысяч. Ну что ж, ребята, сейчас я разберусь с навозом и потом посмотрю, что там это. Что-нибудь приобретем. Если приобретем, то, ребята, будет хорошо, тогда, ребята, уже увидимся. Так, ребята, все, ребята, вот я приобрел себе 3 единицы техники. Вот взял 2Т-150, ребята, 2 плуга к ним. Взял вот плуг для кировца. И кировц все взял себе. К-700, ребята. Что хватило денег, то и купил. Все купил, ребята, все не в кредит. Все за бабки, за наличку. Ребята, все не арендовано, все как полагается. Ну что ж, ребята, у нас все работает. Так, ну что ж, ребята, сейчас надо поставить хотя бы пару тракторов на поле номер 3, ребята.
что ж, сейчас поставим. Ребята, тогда увидимся, ребят. Поехали. У нас была Т-150, что мы приобрели. Ребята, пахать будут сейчас. Так. Вот этот старенький тракторец у нас. Зеркала у него работают, тахометры тоже работают, ребята. Так. О. У него зеркала, ребята, работают. О, попускается с этот. Дверька открывается, ребята. Так же самое. Дверька. Все. Работает, ребята. Так, поехали мы, ребята. Так, ну что ж, тут надо, блин. Поле у нас идеально неровное. Так, ребята. Совсем неровное у нас поле. Сейчас мы будем ставить, ребята, тракторцы наши. Так. Так, ребята, работничек пошел. Так, ребята, тут мне его нужно сохранить. Так. Так, ребята. А его поставим с этой стороны, ребята. Так, все. Пошли пахать наши трактора. Юмазик заканчивает уже, ребята. Так, сейчас мы посмотрим, кто из них все нормально. Этот, ребята, все, пахота у нас пошла. Юмаз заканчивает. Ребята, уже тут осталось пару штрихов. Сейчас мы сюда пригоним, наверное, еще К-700, ребята, чтобы быстрее спахать этими тракторами. Так, ладно, ребята. Сейчас я хочу посмотреть, как они будут, чтобы они тут пучком все. Больше пахать будет трактора, быстрее будут наши поля, ребята, обрабатываться. Так, видите, мы купили все-таки еще, ребята, у нас пополнение. Так, теперь он должен поехать в ту сторону, а это должен поехать в ту сторону. Мне звук его нравится, этого трактора, ребята. Прикольный у него звучок, все открывается, все, цель, как полагается, ребята. Так, карданы работают. Все работает, крутится. Так, ребята. Нет, не туда ты поехал, братан. Не туда ты поехал. Так. Все, погнал. В ту сторону, ребята. Все. Сейчас мы, ребята, пригоним сюда и К-700, и тот трактор поставим, ребята, пахать тоже К-150. Все, у нас работа кипит, пашется поля уже, пашется. Как видите, тут я поменял кировец и другой Т-150, тут уже староватый был на другой Т-150, потому что тут с плугом что-то не дружил, а тот кировец груз и не мог тянуть плуг обыкновенный, ребята. Так, у нас тут вот у нас Наташа на кировце пашет, ребята. Так, на этом Т-150, что я взял, другой у нас. У нас Галя работает, ребята. О, это нормально, трактор работает. Так, на этом у нас работает Даша. У нас, ребята, все девчата работают. Как видите, девчата работает. И тут у нас девчата, и тут у нас тоже Даша работает, только другая. И тут у нас на этом тракторе работает Егор, ребята. Егор работает. Все у нас пашется, все как полагается, деньги уходят. Все работает. Ну что ж, ребята. Как видите, мы трошки настроили убор, этот подготовку полей. Что ж, на этом, ребята, будет
наш, ребята, сегодняшний план закончен, ребята, видео закончено. Следующее видео мы доделаем наши поля, допашем, докультивируем, продадим всю продукцию, посмотрим, что мы заработаем. Купим еще пару культиваторов, пару севалок, ребята, может быть, на комбайн нашкребем, посмотрим это. Всем приятных просмотров, с вами был Тоха 1979, ребята. Смотрите, подписывайтесь. Все, до следующих встреч на моем канале.